Проблема в сфере ЖКХ одна из самых распространенных по всей стране. Жители нашего города хотя бы один раз дообращались в управляющие компании по различным вопросам и не всегда добивались результатов с первого раза. Так происходит и с жителями общежитий на улице Кирпичный завод. Их управляющая компания буквально игнорирует жалобы жильцов на состояние жилого дома. Мы им предъявляем все вот эти вот претензии, которые практически не выполняются. Даже не выезжают люди, которые обязаны нам вот совершать ремонт. У нас все течет, у нас заливается с третьего этажа из душа, из туалета. Все заливается на второй этаж. Все стены насквозь у нас вот пропитаны. Вы сами видели, как это все выглядит, да? Вот. И мы предъявляем им претензии и говорим, что мы не будем оплачивать услуги. За что мы платим такие большие деньги? А практически работы никакой не ведется. Несколько лет назад силами проживающих был сделан ремонт, естественно, за их же деньги. Однако и его хватило ненадолго. Больше всего жители беспокоит состояние труб водоснабжения. Ведь находиться в постоянной сырости невозможно. У многих семей в этом доме есть дети. На данный момент, то есть, как бы у меня есть маленький ребенок, то есть выпустить даже в коридор не могу. Почему? Потому что, ну, сами понимаете, в душ сводить, чтобы ребенок искупаться, тоже не могу, потому что все с потолка как бы капает. Меры, то есть, как бы, да, мы звоним, постоянно звоним в нашу управляющую компанию для того, чтобы устранить, допустим, там, ну, кран поменять, там, с туалетом проблемы. Просто игнорируют, просто-напросто. Ну, так и живем. В управляющей компании нам сообщили, что в скором времени жильцы получат ответы на все вопросы. Мы вот сейчас, кстати, готов ответ на их обращение. Угу. Вот, так что они получат все это, весь ответ, который, вернее, ответ на задаваемые ими вопросы. Естественно, то, что они написали, потихонечку будем выполнять. Но написали заявление, это не говорит о том, что раз мы все и сделали. Пока жителям дома номер 15 по улице Кирпичный завод придется ждать ответа от своей управляющей компании и надеяться, что она сдержит свое слово и проблемы, волновавшие проживающих на протяжении многих лет, в скором времени решатся.